Адаптер предназначен для увеличения мощности сигнала беспроводной передачи данных. На коробке указана аппаратная версия устройства. USB-адаптер по размеру с большую флешку со съемной антенной. Антенну можно повернуть и направить в нужную сторону при различных вариантах установки. Интерфейс USB 2.0. В комплект входит удлинительный USB-кабель длиной 1 метр, руководство по быстрой настройке, диск с информацией. Беспроводной адаптер с 4 dBi и съемная всенаправленная антенна. Адаптер позволяет подключать компьютер или ноутбук к беспроводной сети для доступа к высокоскоростному интернету. Скорость беспроводного соединения до 150 мегабит в секунду. Такая скорость достаточна для видеоприложений и интернет-звонков. Легкая настройка безопасности беспроводного соединения одним нажатием кнопки VPS. Для увеличения мощности сигнала USB-адаптера установлена съемная антенна с коэффициентом усиления 4 dBi. Необходимо по максимуму избегать физические барьеры, поскольку антенны всегда передают слабый сигнал у своего основания. Не рекомендуется размещать ваши беспроводные устройства в непосредственной близости с беспроводным маршрутизатором или точкой доступа TP-Link. Каждая стена или потолок будут оказывать негативный эффект на передачу беспроводного сигнала, особенно те, которые сделаны из металла. Для покрытия беспроводного сигнала в многоквартирных домах рекомендуется устанавливать антенны под углом 45 градусов к диагонали или 0 градусов, параллельно полу. Итак, приступим к установке. Подключаем адаптер к компьютеру. Для установки последней версии драйвера заходим на сайт tplink.com.ru. В разделе «Поддержка» в строку поиска вводим наше устройство. Переходим в поддержку. Выбираем нашу аппаратную версию, которая была указана на коробке. Жмем на драйверы и выбираем версию, соответствующую вашей системе. Я выбираю для Windows 10. Скачиваю себе. Вначале распаковываем архив и запускаем файл setup.exe. Устанавливаем драйвер. Вначале выполняется поиск адаптера, затем устанавливается драйвер. Подписывайтесь на канал. После того, как система определит ваш адаптер, подключаемся к сети. Для ручной настройки в диалоговом окне отказываемся от функции VPS и жмем «Нет». Далее в правом нижнем углу жмем значок «Параметры сети и интернет». Выбираем нашу точку доступа, выбираем «Подключаться автоматически» и вводим пароль для доступа к модему. После подключения компьютера к сети можно проверить работу адаптера. Жмем «Свойства» и попадаем в меню «Параметры адаптера». Переходим в меню «Сеть и интернет». «Состояние». Жмем «Настройка параметров адаптера». Выбираем правой кнопкой мыши «Беспроводная сеть», «Свойства». Затем «Настроить». В открывшейся вкладке, если адаптер работает правильно, должна быть надпись «Устройство работает нормально». Во вкладке «Управление электропитанием» отключаем функцию «Разрешить отключение этого устройства для экономии электроэнергии», если ваш компьютер питается от сети. Если это ноутбук, то для экономии электроэнергии эту функцию оставить включенной.